Населенные пункты в Идлибе попали под бомбежку, СМИ. Бомбардировку провели российские самолеты, которые вылетели с авиабазы Хмеймим, утверждают в сирийской оппозиции. В Сирии боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает Анадолу в понедельник, 31 декабря. Отмечается, что авиаудары наносились по селам Зуайнир и Марент в районе Идлиба Джираль-Шугор. По данным оппозиционных источников, бомбардировку провели российские самолеты, которые вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. После авиаударов сирийские военные открыли артиллерийский огонь. Известно, что в результате этих ударов по меньшей мере один ребенок получил ранение. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это по-умному. Также СМИ сообщали, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через которые проходят важные транспортные артерии. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.